В эфире прогноз погоды от Тульской службы новостей. Здравствуйте, с вами я, Мария Мордвинцева. Именно 5 мая люди начинают сеять лук-севок. Однако они все время обращают внимание на погоду. Об этом расскажу немного позже, а пока о погоде на 5 мая. В Алексине градусник термометра покажет плюс 7, плюс 14 градусов. В Ефремове плюс 6, плюс 15. В Белеве плюс 7, плюс 15. В Новомосковске плюс 7, плюс 15. По прогнозам на 5 мая температура в Туле будет колебаться от плюс 3 до плюс 14 градусов по Цельсию. Преимущественно ясно. Кратковременные осадки. Влажность воздуха составит 40-67%. Ветер западный до 4 метров в секунду. Небольшие геомагнитные возмущения. Следите за здоровьем. Если 5 мая стоит ясная погода, то начинали проводить посевные работы. А если наоборот погода пасмурная и стоит туман, с посевными работами решали повременить. На сегодня у меня вся информация. Хорошей вам погоды, больше улыбайтесь. С вами была Мария Мордвинцева. Увидимся завтра в это же время.